как обычно, я, блядь, взял не то, что хотел. Да, то, что хотел. Вот тут как бы заебись самолет был бы, а я, блядь, танк взял. Ну? Ну, так постоянно, да. А, мы цебер. Ну ладно, це так, це. Я вон спортивный, ребята, у меня. Быстро меня уебали. Угу. Мне главное добежать бы сейчас. Можно даже с ними пострелять по вам. А. Матик играет за меня. Нет. А, я вижу, там с огнеметом, я понял. Я как раз ставлю в сторону, бегу точку ставить. Так, блядь. Сука. Точку мне не дал поставить. Ох, пиздюк. Ты пиздюк. Я понял, где все. Где точку-то поставить, блядь? Принципиально, да, танк преследуешь? Тут, блядь, долго мое преследование длилось, если я сейчас скажу. Да ёб твою ж. Дайте с точку поставить, твари. Вот только, сука, вылезти с окна. Пять ствол. Был бы я еще минером, но этого чувака в ПТО этому не обучали. Я бы еще точку заминировал бы. Отлично. Точку забить поставил, кстати. Так, 4 очка Гриффиндора, я понял. Ля, бежит, а? А чё? Сука. Бегут эти штурмовики. Если захватил точку Б. Обнаглевший. Чё, блядь, был? Понял. А я только... А, ты Б штурмуешь? Да. Тяжело. Сука, ну, один положил всех, блядь. Весь отряд мой. Заебись начал. Их сбор уничтожен, какого хуя? Вот там чувак один пробежал. Весь мой отряд просто к керам. Да. Собачим. Да. А у меня есть инженер? У меня есть инженер. Ща, мы организуем тут точечку. Так, пацаны, не толпимся, не толпимся. Точка нужна, точка нужна. Точка, блядь. Блядь, заебали не толпиться. Охуительная точка будет. Охуенная. Да. Надеюсь, никто меня сзади не убьет.
Сука, пидор. Блять, танк. Точку мы разнял. Ах ты пидор. Понял тебя, я услышал. Я, сука, услышал тебя. Где мой радист, я хоть раз его использую? Контрольный въебал. Сейчас я тебя нахуй там устрою, блядь. Угу. Пиздец, как устроил, понял. Че нахуй, с двухстволки до сих пор? В смысле, я че, с двухстволкой бегаю? Нихуя. Блядь. А где автомат? Так, мне это надоело. Охуительно. Молодец, ты снял его? Куда ты там полез? Куда ты полез? Вот. Понял, куда ты полез? Это было... Блять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо-тихо-тихо-тихо, держись. Понял, не держимся, ладно. Блять. Ну да, на танке поездим. Я не знаю, что есть еще делать такого. Ох ты, бля. С выбор мешком, блять. Да выйти, куда выйти? Куда ты вышел? Блять, а как там контр там, да? Да, оп. Ебать, меня воздух въебало. Я сам себя. Чё-то у них самолеты охуительные ездят, смотрю. Так, ну поехали А продавливать. Да-да-да. На танках. Ага. Придумал. Кстати, они там Б хуярят. Да, ага, побежал. Так, сейчас так чувствую, ко мне побегут, да? Есть такая вероятность. А мы здесь оставим. А, сука. Кто-то все-таки смог, да, в пару? Да, ладно. Это жестко. Это у тебя танк взорвался? Да, красиво. Да. Вот бэд. Как прям. Миш, могешь. Пердак мой. Блять, вот это быстро было. Кто танк подсветил? Так, ну танк-то я подсветил, а чем мне его, чем? Лопаткой. Чем, да. Не подходит. Вот коктейль молотом, может быть, даже нихуя себе. Докинул, нет? Опа! Докинул! Ну а чё все бегут на гранаты? Ну шо, блядь? Собака ты, а? Блядь, ну я гранату раскидываю, пиздец, конечно. Блядь, себя ещё за... Охуительно раскинул гранату. Себя же. Нормально. Так, а смосинки ему жопу прострелю, интересно, в танке? Оу май! Понял! Не надо на меня поворачиваться, не надо. Даже не думай.
Что-то все просрали, да? Так, понял. Да, блядь. Не знаю, как так, но, блядь. Как будто, сука, 90-е, нахуй. Так, ну так. Ладно, блядь. А если мы, короче, всей толпой побежим на С, через речку нас убьют, наверное, да? А, С уже сейчас захвачено будет. Ну, не вариант разворачиваться уже. Давайте, пацаны, за родину, там же за что, орите. Правильно. Правильно, блядь. Отлично. А, все, столько. Ну, я понял, что всем похуй. Так, что у нас, инженер жив? Отлично, Никитка, беги. Ты меня постоянно спасал. Ёбаный рентген. Чё ненормально-то? Чё не норм? Заебатая точка же. Сука, ну придется в поле прям ставить. Собака-то. Пиздюк сломал мне точку. Ах ты газёла. Ах ты дрочила, а. Точку сломал. Пидра. Ока. Звук, конечно, оставим. Это для видео. О, хуя. Высматривают там кого-то, а? Короче, вот здесь дохуя. Бля, ну пиздец. Это ГГ, ребята. А Мишаня здесь все сделает. Да. Точки, сука, блядь, никто не ставит. Больше. Блядь, слишком много их. Ну, я так чувствую, это эпичный проеб. Да, блядь. Я прям в. Кстати, что-то ни одного танка я не вижу. А, они должны быть. Да куда держаться-то? За что? Ля какой. А, ну, блядь, гранату, что ли? Дымовую кинул, ну, естественно. Смотри, они прям принципиально в тебя стреляют, да? Я у них точку сломал. Спасибо. Которая там за три пизды, да.
Так, ну я, блядь, через всю карту буду стрелять, видимо, сейчас. Уля-ля. Да. Не, не сломал. Я, блядь, думал, что меня не заметите. Да. Отлично. Вот это я же. А на этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, а также пишите свое мнение в комментариях. Наш канал только набирает обороты. И мы поставили перед собой цель набрать первую 1000 подписчиков. До новых встреч!